Здравия, друзья! С вами я, Шевченко Александр, и это очередное видео по улучшению качества жизни от Академии Счастья. Сегодня говорим о гармоничном, правильном питании. Почему? Потому что от этого зависит наша жизнь, на самом деле наше выживание. Мы можем жить очень долго, я думаю, даже вечно в одном теле, если это необходимо. Самое главное, что мы загрязняем наше тело, как пищей, даже можно сказать суррогатами пищи, а не настоящей пищей, так и различными другими веществами. Я говорю сейчас о так называемых вредных привычках. Это сигареты, алкоголь, другие вещества, конечно же. И что происходит с организмом? Он начинает стареть, то есть запускается момент, что клетки начинают стареть, и они начинают терять свои функции. Чтобы потери функции не происходило, важно научиться правильно действовать. То есть правильное питание, на мой взгляд, и по мнению многих ученых, которые провели достаточно экспериментов и указали, что для человека естественным питанием являются фрукты, овощи, ягоды, зелень. То есть то, что не прошло термическую обработку, то, что не было убито и ухудшено его качество, потому что в убитой термически обработанной пище не остается никаких витаминов, минералов и, самое главное, энзимов, способных для переработки пищи. И второй очень важный момент, что на самом деле человек является источником энергии. То есть мы думаем, что нам нужно больше пищи для того, чтобы иметь больше энергии. На самом деле мы можем обходиться в конечном итоге вообще без пищи. И это тоже показали некоторые люди, которые так уже и делают на протяжении многих лет. Поэтому цель, конечно же, это создание энергии самостоятельно, то есть создание той энергии, которая будет необходима именно нам. И тогда у тела запускается процесс антистарения, то есть процесс омоложения и процесс восхождения. Восхождение куда? К бессмертию. Вот. Об этом тоже написано уже достаточно много книг, и вы можете сами это увидеть на собственном опыте, например, когда вы не кушаете несколько дней, так называемые периоды неедения или голодания, как их называют. Но я использую слово неедение, потому что оно понятно, то есть не обязательно испытывать голод, когда ты не кушаешь. И что характерно, в этот момент происходит как раз омоложение тела, и уходят все раковые клетки, то есть те клетки болезненные, потому что тело просто их съедает. Ну, не само тело, а определенные фагоциты, да, которые руководствуются нашими посылами иммунной системы, и они начинают поедать то, что уже не нужно. То есть, а самое главное, нету подпитки, да, то есть вот этого питания, то, что мы называем. А питание, оно как раз в основном вот это вот, ну, скажем, наше современное питание, оно не является питанием как таковым. Оно питает как раз болезнетворные бактерии, паразиты, грибки, вирусы, ну, то есть все, что вредит нашему организму. И оно разрастается внутри. Я это увидел на собственном опыте, увидел на опыте собственных родителей, мамы, папы, близких и многих-многих других людей. И это очень хорошо описано. Чем больше в организме паразитов, тем хуже чувствует себя человек. Он плохо спит, у него нарушается координация движения, он становится злым и очень-очень много всяких вещей. А человек начинает пить таблетки, это ему не помогает, и ему становится еще хуже. Поэтому выход единственный и самый правильный – это очищение организма от паразитов, то есть антипаразитарная программа. И, конечно же, перестройка питания, чтобы не кормить паразитов. И вот сейчас как раз у нас лето, то есть можно очень хорошо очиститься за несколько месяцев и перейти на новый тип питания и, конечно же, омолодиться. Вот. Мне в моем теле уже почти 40 лет, и я вот выгляжу вот таким образом, вы можете сами это увидеть. То есть я питаюсь пищей вот именно фруктами, овощами, зеленью. То есть то, что не обрабатывалось, то, что является живым, целостным. И вам предлагаю тоже такой переход. Поэтому, кому интересно действительно омолодиться, оздоровиться, то есть изменить свое питание и стать источником энергии, пишите в комментариях, я расскажу, как это сделать максимально быстро, легко и комфортно. Если есть какие-то вопросы, тоже пишите, все мои контакты будут указаны под этим видео. И, конечно же, я буду рад видеть вас в друзьях, в соцсетях, там я отвечаю быстрее всего. Лучше всего писать мне в Вайбере, там, как говорится, ответы приходят практически мгновенно. Вот, конечно, друзья, вам желаю молодости, радости и счастья, и самое главное осознанности, потому что осознанное питание, осознанный образ жизни, он ведет к очень-очень большим свершениям. И вы сами видите, как вы будете меняться. Желаю вам доброты, гармонии, счастья. И буду рад видеть вас в Академии Счастья. До скорой встречи!